Всем привет! На телеканале «Домашний» выходит новый драматический сериал под названием «Уроки любви». У Кати проблемы. Муж недоволен ее внешним видом. Считает, что она себя запустила. По совету подруги она прошла марафон желаний от известного блогера. Занялась танцами и сделала приворот на мужа у гадалки. Но все же он бросил ее и ушел к другой. Пытаясь выкарабкаться из череды неудач и устроить свою личную жизнь, Катя решается на кардинальные перемены. Меняет прическу и обновляет гардероб, что не остается незаметным. Вокруг нее сразу же появляются три кандидата. Старший кладовщик, начальник смены и директор фабрики. Как же Кате не ошибиться и выбрать самого достойного? Катя, замотана романтической круговертью, допускает досадную ошибку на работе, которая стоит ей годовой зарплаты. Помощь приходит от того, кто все эти годы был так близко и совсем не привлекал внимания. Пытаясь угнаться за прекрасной картинкой, она едва не упустила свое долгожданное счастье. Премьера 4-серийного сериала «Уроки любви» состоится 20 октября на телеканале «Домашний».